ну, начали биться и выполнять тренерскую установку. И это дало плоды. Мы забили гол, взяли одно очко, это радует. Ты как и когда узнал, что выйдешь сегодня на лед? На перерыве между вторым и третьим периодом сказали: готовься, разминайся. Все, я начал готовиться, разминаться. До сих пор немножко трясет. Ну, начал биться, выполнять тренерскую установку. Вообще, после второго перерыва команда в третьем периоде, ты вышла пободрее, более агрессивно. Тренер что сказал на сделке? Подбадривал? Да, подбадривал, но это останется в команде, и пока не могу разглашать. Ну как вообще вот ощущение, когда вышел на лед, первая смена? Ну, хоккей – это моя жизнь, и это удовольствие мне доставляет. Поэтому я почувствовал только удовольствие, то, что я могу выйти в КХЛ за Амур. Очень счастлив. Ну, а ты вот как думаешь, что сегодня команде не хотелось, чтобы держать победу? И побыли там, и там в овертайме, и в основное время? Ну, я думаю, все-таки это вторая игра в сезоне, и нужно найти свою игру, и так же биться, как мы бились в третьем периоде, и это даст свои плоды.